Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня попробую реанимировать подсвечник. Вот такой у меня. Вот. Два вот таких подсвечника я привозила из Финляндии. У меня нет случайных вещей. У меня все память. И подруга, которая у меня была, второй разбила. Ну, выкинуть я просто не могу, надо же попробовать что-то сделать. Вот. Попробую сделать из гипса. Развела я гипс. Сейчас нальем. Ой. Так. Сейчас посмотрим. Сейчас вот я маслом намажу пузырек. Раз. Не знаю. Наверное, маловато будет, нет? Ну ладно, оставим уже как есть. Ну, потом посмотрим, что получится. Ну вот, сейчас попробуем вытащить. Вот. Немножко она кривоватая будет, потому что здесь вот скотч, которым я обмотала. Вот так тут. Ну ладно, сейчас посмотрим. Сейчас поеду на почту. Девчонки звонили с почты, посылка мне пришла. Вот видите, складочки от скотча. Ну вот, шкурочкой обработаю. Ну да, вот мятая вот это вот. Кривоватая. Ну так вот, чего? Вот свечка. Вот. Вот что получилось. Надо какой-то скотч такой, ну, пожестче. Вот, а еще хотела вам показать. Покрасила я свою, вот что я делала из гипса. Вот такая вот получилась. Она внутри получилась такая ноздреватая. Ну, потому что я ее не потрясла как следует. Вот так, по-моему, довольно симпатичная штука. А цена ей, собственно говоря, 20 рублей. Ну, плюс краска, лак. Ну, это ж у меня все есть. Покупать уже не ходила. Вот. Так что вот такая вот получилась миска. Так что, мои дорогие, делаем и любуемся результатом. Ой, солнышко в глаза. Пока-пока.